Да, Чё? блядь, налетели какие-то машкара, откуда она взялась, только, блядь. Посмотрю, чё мои там эти полетели, пацаны. Исследователи. Они ёбка, что ли, блядь, помидоры, блядь. Спайте посмотреть. Чё пишут всякие? Так, выслушать доклад командира. О, пройдено 976 световых лет. Запись в журнале. Успешно провели разнонаправленное изучение системы Тондап-Аня. Сканер дальнего действия работал на 57% от максимальной мощности. А чё это так на 57? Должен на 100 работать. Недоработки. Ну, угнать капитана. В шахты. Запись в журнале. 498. Обнаружен брошенный грузовой корабль, дрейфующий в системе какой-то такой. Отправили челноки для осмотра. Команды на борту не было. Забрали ценные компоненты корпуса. Особенно хлоридная решетка 17. Понятно, в общем. Что-то они посходили, пособирали. Ебать, предмет какой-то. Спящий малыкий блок. Примерный возраст 957 тысяч лет или что-то. 57 тысяч, нихуя себе. Сейчас, подожди. Ну, дела. А куда они этот блок поместили? Эй, петухи. Куда вы блок... А, вот, мне дали. А, 935 просто лет. Стоимость 597 тысяч юнитов, прикинь. Ну, могло быть побольше. Ну, да. Обмен, высокая ценность. О-хо. Так, ну они еще притащили мне, на самом деле, хлоридная решетка, какие-то кристаллы. Вортекс кубов 8 штук притащили. Термический конденсатор. Ну слушай, неплохо. Это все мы продадим, естественно. Так. Ну и че, и можно еще раз отправить пацанов. Ну-ка, пацаны, давайте. Давайте мне еще научную миссию. Давайте вот это на сколько? Ну, часов на 15 давайте какую-нибудь хорошую научную миссию. А, не, на 5 часов еще есть. Сбалансированная есть экспедиция. Давайте, может, сбалансированная. Можно торговую на 8 часов. Но это нужно торговые корабли, наверное, таких нету. Сбалансированная, я так понимаю, можно все подряд отправлять. Это удобно, когда у тебя нету специального стака. Типа под конкретной миссии. Ну я запихнул. Так. Да, можно всех набивать, типа, блядь. 500 тонн, нихуя себе. Напекал кораблей. А где у меня этот самый грузовой корабль? Ну, у меня есть... А, у меня 200 вообще стоимость. 200 юнитов. 50, ну, 500. А куда его заправлять-то? Б-класс, 9 лимонов. Все равно отстой. Так, давай сбалансирован еще. А, так надо посмотреть для начала. Она пойдет. Требуется топливо. Давай, военный. Сейчас завод, на кухню завод, все отойду. Угу. Полетели. Пацаны. Не надо, пиздавали. Блядь, я сиделся, у меня уже все затекло, мне надо, блядь, пройти 15 минут. Так, я АФК что. Давай. Так, отлично. Так, теперь мне надо слетать и закупиться. Закупиться чем-нибудь. Кислород для начала. Дыхать. Так, ну это тоже все продать надо. Лишнее.
Так. Продажа. Вот этот. Отлично. Вартекс кубы. Нах. Решетку это тоже нафиг. Тоже нафиг. И это улетает. Улетает, улетает. Чистый ферит. Улетает, улетает. Морозный кристалл остается. Купить. Кислород есть? Есть. Но этого мало. Кстати, кобальта можешь купить немножко. Буквально деца. Так, натрий есть, золото. О, можешь золото купить. Просто попробовать покрафтить. Но хлор есть. Хлор не нужен. Так, ладно. Надо какую-нибудь станцию еще лететь. Купить еще кислорода. Вообще пофиг какую. Все ломает. Так. Пацаны, кислород есть у вас? А если найду? 1700. Атас. Забираю все. Аммиак, ионизированный кобальт. Третий. Медь, кстати, есть. Ладно. Ну, еще можно ходочку сделать куда-нибудь. И купить еще. Активная экспедиция 20 часов. Что-то много, кстати. Че, не хватит, чтобы только что-то тут. Бля, ну я хотел построить на базе, я не сложил даже, блядь. Ну, ебанутая игра, блядь. То она портает, блядь, то она не портает, нахуй. Ну чё за хуйня, блядь. Так, пойду. Ну а теперь, да, зайди на базу, посмотри, как она. Бля, я реально стала нормально отображаться. Не, ну когда я строил, у меня она нормально отображалась, у меня не было таких лагов. Потом начались вот эти лаги какие-то непонятные. Отображалась моя, блядь. Не проваливался, а потом начал проваливаться. Вот. Такая же дичь. Так, во. Теперь у меня два этих самых посадочных места. Надо как-то похитрому сделать, покрасивее. А как? Ёж! Нафига мана кусок? Вон, садись, я тебе специально сделал посадочную еще одну. Или тебя опять не прогружается? Где ты? А, вот он, садись. Вот, посмотри, как у меня корабль грузовой. Как у тебя почти, только вот как касается с этими, с вентиляторами. Да, я такой хотел себе. Очень на воздухе висит мне. А, ебать, просадки начались с FPS-а, когда ты прилетел. А чё, тебе нету мостика какого-то, ничего? Ну, вот он мостик, иди сюда. Да? Вот он. Ты у меня по воздуху бегаешь. А, не. Не прогрузил, сейчас такой хуяк прорвались. Нет, твой корабль в воздухе висит, нет ничего. Нет, тут тоже есть эта самая площадка. Не до прогруз у тебя, походу. Ой, а ты на высокую поставил? Спать. Или на максимальную? На ультра. Бля, хуйня прыгает. Она нас какой-то, блядь. Большой? А, да. Присканируй его, кстати. Просканируй ананас, блядь. Ну чё, показывай, типа, базу. Ну вот, оцени мне, сколько этих самых на добычу этого энергии. Я специально поставил, смотри, вот эти плиты, да? Это уровень высоты. И на них можно еще поставить добычу энергии, это я тестировал.
на них ставишь добычу энергии, и она так же добывает, как вон там внизу, покинь. А, ну, ну чуть по, может, по, поменьше. А вот смотри теперь, иди сюда, налево. Цени теперь масштабы добычи. Ебать. Ну вот сколько это этих уже... самых стоит. Ты еще строишь или что? Не, ну я пока там построил и все пока. Она и так добывает, его девать некуда. Цени, как автомат стреляет. Смотришь, нет, смотри, вот вдаль. И в этим я показываю, что ты под себя стреляешь. Да. А что он делается, кстати, дай посмотрю. Дейтерий. И проводной станок, дейтерия нет. А вот этот лазер, смотри. У меня тут только падает по тебе. А ебани вот этого животину, давай. По животине ориентироваться будем. Убьешь ты его? С лазера. Добьет он вообще до туда? Надо сначала этот лазер включить, блядь. А вот он. Ой, гранат выстрел. Вот этой гранатой я взорвался. У меня граната тоже есть, кстати. Сейчас, где она? Подожди, как он стреляет. А. Бля, где этот менял? На нахуй! Какую животину-то, блядь? Ну вот этого, ананаса. Видишь его? Он далеки там в темноте тусуется. Ска. А вон он, да. На раз ёбнешь его. Ой, отец, слушай, вижу, лазер стреляет. То есть он из-под ног стреляет. По-моему, я убил 3700, вылетело, короче. Да, по-моему, что-то остановился. А, не живой, смотри, вылетает еще. Сейчас я дойду. На лесопете. Сейчас, он подожди, я чекну. Да, он мертв уже. Давно. Давай я в тебя выстрелю, хочешь? Нет, ты меня убьешь, ты чё? Если только сохраниться, а потом выстрелить. Ну это ж такое. Сомнительная процедура. Загружаться ещё потом, блядь. Да-да-да. Как бы ещё снять, короче. Я даже оптику поставил, у меня зум немножко есть. Ебать, пока побегал 4000 уже. На 3. Не, ну а чё ты хочешь, 13000 в час. Склад снабжения. Сам видел. И мне, кстати, не хватает на ночь. То есть на ночь они начинают производиться, но на сколько его хватает, по идее? То есть надо хранилище больше ставить. Не добыча именно, а хранилище. Вот, на 7 часов. То есть через 7 часов у меня полностью забьется она. То есть 7 часов не хватает. Я понял, короче. Посмотри мои теперь эти саженцы. Как посажено. Система жизнеобеспечения. Нахуй тебе столько порталов, блядь. А один на первый этаж, другой на второй, на третий. А это что за куб какой-то странный? Где какой куб? А это магазин так? А, да. Там этот магазин не вешается на обыкновенную стену. Поэтому пришлось это куб ебануть и повесить там магазин. Кубил это сам. Покупаешь его, да? Чё? Да, ну я покупаю, продаю там. Если цены адекватные на продажу, то я продаю. Если неадекватные, то приходится лететь на корабле. Так, когда база приезжает, нам хоть видно, блядь. Убежал только на клетку, вот поружалась, блядь. Да, вот зацени мою лесенку тут я делал. Всякие. А вот это нет смысла ставить, она одноразовая. Какая? Да, вот этот моя сканер, короче. Он типа портативный, типа застал, просканировал, убрал. А у меня не отображается твой НПС. Да? Да, нет, никого за этим, за станком нету, короче. Ну, они есть. А хотя, может, где-то и нету. А ты где смотришь, на каком станке? Ну, вот на первом этаже строительный этот. Чертежный стол. А, нет, должен быть. Нет никого. Ну, я говорю, что не отображается. Чертежный. Ну, вот у меня построен тут две этих самых перерабатывалки. О, подвал какой-то. Ну это типа этот
А вот тут тоже нету НПС. Где тут? Где какой-то огород? Пустые какие-то. Вот это что ли? Это не огороды какие. Песок какой-то, смотри. Ну вот, вот такие ставишь. Это самое. А высаживаешь эти растения. Ля. И всё. Ну они живут и электричество, мне пиздец. Мне дали семян каких-то, кстати, звездянка называется. Ну тебе надо посадить её. Он выращивал внутри помещения. Выращивай на ферме, че звездянка какая-то, бля. Чё, телепорт. Выращивай. Хуянка, блядь. У меня, кстати, получается 6800 доступной энергии. Сейчас пользуется 5100. Ля-ля-ля, тут какая-то хуйня прыгает у тебя. Убей я нахуй. И можно еду приложить. Так, настройки видео. Вот сейчас попробую поле зрения. Аня, поле зрения в вашем исследовании. Графическая карта. Не, масштаб интерфейса его. Алтос поставим. Че, будьте блядь, аккумулятор блядь, полностью не показывать? Я перестал проваливаться, блядь, в землю. Но... Бля, аккумуляторная батарея все равно показывает не полностью. Вот тупо сделали, вот почему так сделали. Даже на моем большом мониторе она не до конца показывает. Вы че, долбоебы, что ли, так делать? Так, масштаб интерфейса оставлю 70. А вот, может тут что-нибудь сделать? А где у тебя портал-то вообще? На первом этаже. Открыть, блять, его. Сюда иди, где-то. Да, вот он стоит. А, вон. Возле этого. Тут и сразу этот самый маяк сохранись на всякий случай. Кстати, этот маяк, он тоже портативный. Ну да, я знаю. Я тогда думал, знаешь, типа, когда находил этот, типа, мобильный улучшатор этого вместимости тоже. Думал, типа, если улечу, короче, то он пропадет. А надо было просто такой маяк ставить, там написано, что типа, если ты его поставишь, то он отмечает на планете точку, где он стоит. Да-да-да, есть такое. Но проблема в том, что ты эту точку не найдешь, по-моему. Не, если... она будет отображаться, я специально проверял. И если ты этот самый попал в телепорте, она будет отображаться? Чтобы на нее телепортнуться? Не, в телепорте не будет, но будешь на планете пролетать, будет звездочка да. стоять. А, ну на планете да, но тебе надо будет знать систему, в которой ты это самое оставил его. Ну да. Поэтому маяк такой, если бы он в телепорте отображался, вот не, он, ну, тут это, у тебя маяк стоит. Не, ну это нужно чисто, знаешь, типа, чтобы ты место какое-то нашел, типа, ну, это ты да, не хочешь, да. чтобы оно скипнулось, когда улетишь, короче. Она же, типа, вот генерится тут, а потом, когда ты улетаешь, она стирается сразу. Потом тоже не найдешь, только заново сгеренить. А чтобы сохранить, нужно вот этот маяк сохранить, короче. Да. Ну что, ты еще будешь что-нибудь показывать? Или я пойду дальше? Да, все. Я сейчас хочу. А, во, я хотел показать тебе. Бля, ебать, это здоровый, блядь, грузовик. Да. Ой, там и статус. Я вот думаю, на нем ездить-то вообще практично. Наверное, там, бля, ебать, хуй правильно. Ну, если ты на дальняк какой-то едешь, то возможно, сейчас давай вызов. Свалился. Ебать, он огромный, блядь. Если на дальняк ехать, то да, на нем заебаться, кстати. Еще в нем самый... дамажит, наверное, да, блядь? А, не знаю. Если ты в ходе не уязвим был в нем, блядь, одно дело. А, кстати, попаши, телепахнемся на мою базу на этом. А, или у тебя сейчас не телепахнется, наверное. Да. Сейчас скажу. У тебя есть тут база 5? А, ну это как раз к твоей базе. База 5? Нет, такого точно нет. Ну... У меня только старые твои, у меня нового ничего нет. Это надо прям прилетать, открывать, короче. Там у меня этот самый сделан... Маяк вот такой стоит сохраняться, блядь. Для этого сейчас, ну-ка, подожди. Экзоскелет хотел тебе показать. Экзошмелет. Так, а где он строится, кстати? Сейчас я смогу построить? Для мужчины нет. Сейчас, подожди, чувак, я построю. Да, могу, только что мне нужно? Парафиний 100. Тут продается парафиний. А, и у меня в ящике должен быть. Сейчас посмотришь, что это бандурина. Я тебе могу дать парафиник, кстати. Да, у меня есть запас. Я человек запасливый. Ты чем я занимался? Так, а где его поставить-то? Вот тут, наверное, поставлю. А я, по-моему, ставил его. Или нет? Ладно, тут поставлю. Цени, иди сюда. Я вызываю тебя. Сзади его поставил. И справа.
Оп. Не, брать типа робот. Да, себе вызови. А зачем он нужен? А он, я вообще не знаю, он еле ходит, вот вызови его. Попробуй. Бля, мусорило меня, спалил, короче. Пиздаем. А, у меня оружие на нем не поставили, надо на нем оружие заставить. Сбрасывается. Вообще... Я пожилой робот. А попробуй налево повернуть или направо. Он нихуя по не поворачивает. На Нолу прыгает, кстати, четко. Я не знаю, зачем вот эта штука нужна вообще. Ебать, он, блядь, летает на этих, на ускорителях. Да. Может, это самое, драться с этим самым, как его... С роботами с этими, со стражами гигантскими. Наверное, на оружие на нее надо ставить. Да-да-да. Но на оружие пока нет. На нахуй. Не, ну прикольно, согласись. Что есть, то есть. Да, это надо оружейником, наверное, его скачать. А как-то я бил, короче, я забыл, как я бил. Кого? Типа, а. Рукопашная атака, блядь. Та там В или что-то такое. Это кнопки, по-моему. Я забыл уже, какая кнопка была. А, это Q. Ну тут не работает. Бля, батин прикольный. Тупо меха. Огромные чекоподобные. Ну, кстати, этот мехвайр кооперативный пройти будет. Там таких роботов это ебашится. Вот, дай-ка я сделал фотку робота. На фоне этой хуйни. Ну, они что-то не апдейченные, совсем говно, короче. Ничего у них нету, блядь. Пламя Ариадны есть у него. Система ускорительный, блядь. Так, а как скрыть интерфейс? А, все, он сам скрылся. Хоп, скриншотик. Ну, это, наверное, боевой робот, да. Явно, что он не мобильный, нихуя, короче. Что он может на рывке, да, прыгнуть вот так вот. Бам, нахуй. Типа, быстро изменить, порвать дистанцию, быстро подлететь. Ну, по факту, он, блядь, пиздец неуправляемый, нахуй. Да-да-да. Почему вы так сделали? Тупо вот блядь, поворот вот делают, какой-то вообще. Блядь, они делают анимацию, блядь. Этот робот сделали без этого. Вот он нахуй он нужен, блядь. Вот где его применить, блядь? Столько труда вложено, блядь. Не говори. Чё, блядь, с этими воевать, что ли, нахуй, блядь? Со стражами. Со стражами. А толку-то? Ну, это на один раз ты повоюешься, блядь, доезд, блядь. Видишь, взят какие-то бои, типа, на планетах с этими, чтобы мы там нанимали тебя. Там с этого робота сбрасывал как-нибудь, там потом пибашился на планете. Да-да-да. Какие-нибудь бои роботов, не знаю. Да, не, нахуй. Делает робота, он, блядь, негде будет его применить. Ну, то по половину техники тоже негде применить. На любителя. Мне надо сделать все на тех, кстати. Варп-прыгалок. Кислород, эфиритовая пыль, да? Ну все, теперь будем друг другу в гости летать. Да-да-да. На своих самолетах. А, да да кого? А, мне нужно еще поставить это. Просто портаться можно. Так, как мне базу сделать поширше, поинтересней? А вон эти хуи у меня лазят. Тогда их сканируют уже. Еще ушастый хуй. Какой-то есть волосатый хуй, а есть ушастый хуй. О, просканировал, слушай, дали мне это. Бонусик. Ебать, тут позапилилось народу. То не было. Кому-то меня не повлезали. Да они ко мне пришли. Ага. Ты появился свои планеты, наверное. Да. Кирюха приехал, блядь. Типа, да. Сейчас накормит нас, да? Молоком. Так, а где эта штука-то, блин, фермы? Накормит их, блядь, с лазера, нахуй, блядь. Хедшотами. Сверхатуры, блядь. Так, получается, кислородный фильтр нужен и питательные гранулы. Это есть. Гранулы я сделаю. Так, вот это все, наверное. А, надо пойти продать вообще, во-первых. Пойду телепахнемся. А, не получится. У меня грузовые заняты. Не очень. Да, в этот.
В инвентарь все положить. Порошок тут у меня лежал, да. Я уж сам забыл, где у меня что лежит, блять. Как ты так? Не забывай. Попробуй что-то не забыть, блять. Так, питательные гранулы. Инак. Нужен фильтр еще. Так, отлично. Теперь нужен... Кстати, можно это тут сделать. Хорош. Так, давайте вот это. Смазку. Жопу. А какой смазать. Самый дорогой рецепт, который ты находил из еды? А, из еды не знаю. Ну, там какой-то 180, по-моему. Какой делается? Такой более... Ну, блин, я не помню, чувак. Не, но я его не сделал. Там какой-то рецепт, там какие-то надо ингредиенты, хуй поймешь, откуда их брать. Ясно. Ну, я этот делал, короче, на похлебке такой зарабатывал, короче, из мяса чисто. Типа там и варишь, короче. Мяско. Так, мне нужен этот самый фильтр. Тут передается фильтр? Мне нифига не подается. А у меня есть фильтр. Так, а что мне нужно получается тогда для этой хуйни? Кислородный фильтр. Что 5. А, поливолокно я не могу сделать. Кстати, нет. Я пойду телепортнусь туда. На ту базу. База 5. Скелет, конечно, прикольный, не понравился. Санта. Все же в нем это. Есть свой шарм. Им захотелось даже мехварю отправлять. Так, я могу куда-нибудь положить звездолет, например. Газ. И парафиний. 4000, куда я могу его запихнуть? Вот за костюм. Так, ну и чё, тут надо бывало что-нибудь. Или чё, или я зря ставил. Ладно, полечу к себе, короче. Недостаточно энергии. Еще вы обосрались. Надо дальше квесты делать. Кстати, а если проскань, тут энергии не появилось? Не зарисалось. Вот я знаю, есть. Газ тоже. А, ну газ-то я добываю, собственно. Все добываю. Сеть турбопровода. Так, что там по квесту? А, построить, да, расширение базы, да. Блин, там была-то, блядь, особая, наверное, да. Это там строительное оружие. Как он, типа, прям вот так вот, или он внутри будет стоять? На странно. Он как прилавок, типа, да? Он будет внутри стоять, выходить. Что он так поставил? Значит, он уже пух не хромотал, да? Ча, блядь, будет, да? Древний руин? А чем я полетел древний руин? Ну, мне сюда не надо. Я вообще хочу сюда, наверное. На станцию.
продать надо будет на 3 золота. А, на 3 я не продам. Тут есть эти самые корабли, чтобы в моей гавани сжечь. Чё-то ничего нет, ладно, полечу к тебе, наверное. От тебя телепахнусь. Чё ты выравнивайся на мою базу? Вот тупой. Тупая хуйня, тупой хуйня. Тупые сукины дети. Давай, взлетай выше. Корабль неповоротливый вот этот новый. Его надо прокачать. Так, я свой прокачал. Тачку на прокачку. Ну и где моя база? 100 раз заблудился. Легче тебе надо долететь. А, моя база чуть подальше от твоей. А, мы так как мы совсем хочешь? Рядом получается. Которую ты как бы разобрал, что ли? Ну не разобрал это еще. Не-не-не. Вот тут база есть у меня стоит. Ты хочешь сказать, что я прилечу, она риснется? Да, вот она. Это с моей, которая? Да. И от твоей, когда я сначала на твою базу портался. Она была, когда тебе не было. Вон твоя стоит в 14 секундах лета. Так я на твоей машинке наверху. Сейчас с твоей базы машинку брал. Ага. Пиздовал, так сказать. Готов, я башню. А, стреляет, сука. Все сломает сейчас. Да? На нахуй. Таран. О, птицы, их можно сбить, кстати, с самолета? Кое, бля, куда пошла? Ну, возвращайся. А, стрел. Злодей ураганит. Я застрял у тебя на базе. Вылетай нахуй. Пока не уебался. Тебе надо эти посадочные полосы поделать. Поставить. У меня нету этого. Рецепта? Нету рецепта. Блять. Гнида, блять. Опять ты будешь меня кусать через текстуру, падла. Динозаврик. Бать. Да, у тебя крутой корабль, блин. Я тоже такой хочу. Купи. На твою базу нет смысла мне лететь, пока ты там на нее не придешь. Что там ничего не будет. Да не, она на этой должна быть. Это ты портайся просто на какую-то базу. Вообще это хорошая планета. Здесь нету. Хороший ресурс на ней. Да, тут эта планета не спорю. Нормас вообще. Тут я тогда посмотрел. Посмотри, тут серебро, парафини и медь, короче. Вот то, что тут серебро, я не знал, кстати, что тут серебро есть. На самом да деле. Медь тоже хороший, по-моему, ресурс. Медь тоже, да. Там, по-моему, его как-то тоже можно преобразовывать вот, в хроматический металл. Тупая хуйня, тупой хуйни. Кстати, медь, да я почитаю, что он делает с медью. Почитай в этом, короче, помнишь, ты базу мне кидал? Может, там все-таки что-то написано нормально? Подожди, я сяду. Вот есть активированная медь. Ну, и из меди хроматический металл делается. Эта медь была сформирована под воздействием экстремальных условий. Медь можно найти в планетах вообще вокруг звездных желтых звезд. Можно вычистителем хроматический металл. Но это активированная медь. А просто медь. Просто медь. Где? А что тут? А, я тут это добываю. Это сохранись тут поналетал. Так, мне все же хочется посмотреть. Да, глянь, обычная медь действительно хроматический металл делается. Ну да. Ну-ка, а как оно делается? По какому курсу, как говорится? Хроматический металл нормально, кстати, стоит. Не то, что прям сильно много, но порядочно.
Ничего я не собрал эту хуйню. Какая-то залупа, если честно. Два к одному, короче, хроматический. Бля, ебать, она просто сразу два к одному хроматический металл, чувак. Сама она стоит 8. Это надо добычу. 400 за 70. Ну-ка, если я переработаю. Надо попробовать найти тут что-нибудь. Надо. Где мой робот? Попробуй на роботе погонять. Я считаю, что ты медь построил. Поискать. Ну я построил, ты доволен, черт. На нахуй, все ломай. Почему он не стреляет, интересно? Он не заряжен? Заряжен. Лазер Минотавра. А, надо этот еще хроматический металл, что ли? А, не, вот это надо. Дератоген. Повторяет одно и то же. Чтобы его включить. Дератоген вот он, кстати. И столько же она стоит ровно, блять. Переработанная. Нет смысла перерабатывать тоже. Кого уметь? Не, за столько же стоит. Единственное, что может. Что может типа чтобы компактнее было, но это такое. Иди, пидор, меня сканет еще. Сейчас нападет ублюдок. Где мой робот? Вот он. Надо искать, короче, этого, блядь, черта, блядь, на станции. Так, где-то Ян-65 нужно, да? Там еще проще. Ну а нахуй. Не, ну медь-то заебись. А вот этот перерабатывается, блядь. Хроматический медал сюда. В смысле? Да ты сыграл дрон для этих стражей? Ага. Тут на меня напал петух. Ты рядом с моей базой пиздишься? На своей базе? Не, я на своей. Ебать, это... они у меня даже активируются, прикинь. Да? Да. Петухи, ну сейчас он сменится там несколько секунд. Давай, скидывайся, тупой страж. Да на роботе, по-моему, стража вообще нереально скинуть. Он идет, все ломает. И они сразу агрятся заново. Надо улетать просто. Ну тут хорошо, что на этой планете стражи не сильно агрессивны, кстати. Ну да. Но они за секунду деактивировались. Так, энергии нет поблизости. Ресурсов поблизости нет. Есть газ. Газ мне не нужен. Это с твоей базы, сейчас там что-то построено уже будет. Ну у меня там этот газ и этот самый уже есть. Но там нету энергии в этом минус этой базы. Думаешь? Угу. Чистый феррит, чистый не нужен. Ну его можно разобрать, кстати. Сейчас я, кстати, прилечу тебя на эту базу, если она еще есть. Она есть. А вот это что это? Не, а уже нету у меня метки. Залежи серебро, не пойси. Она как называется? База 1 или как? База 5. Раз 5 теперь. Ну да, такого у меня нет. Сейчас я прилечу на самолете. На роботе что уже ушел, блин. Ну. Прилично все посначала. Если что, я тогда прилечу на станцию искать оружейника. Давай, робот. И быть мне выкалывают вот эти большие монолиты, которые стоят гигантские. Да, они странно выглядят. Как будто рукотворные. Кристалл. Не, вообще твои базы не вижу, короче. А, не, вижу, вот. Да-да, вижу.
Так, что смотрим, что по энергии есть тут. Где поблизости нету. Слушай, это ты хочешь еще одну построить? Ну, я бы хотел бы вот тут с энергией построить базу. Ну да. На меди составьте, да, чтобы медь была. Да, чтобы какой-нибудь еще ресурс. Тут у меня этот, получается, парафиний и азот на этой базе. А это тогда разберешь потом. Ну, на солнечных батареях работает. Построишь эту хуйню, которая ресурсы собирает с базы, короче, и нажмешь удалить. Да. А у меня она построена, кстати. Если... Моя прилетел, короче. Моя убежал. Какая-то хуйня стоит лютая, что-то такое. Скотоводческая система. Да-да-да, вот я не пойму, как она работает. Я туда кидал, она начинает эту приманку разбрасывать, и все. А со зверя ничего не собирает. Может, тебе не хватает какого-нибудь здания? Да не, я. Все хватает там, кстати, по повидосе. Да хуя какой-то хуйни. Тут парафини добывал, да? Да, я парафини и азотом добываю. Ты посмотри, куда шланг идет у меня, там солнечная эта электростанция стоит. Во. Так, а тут что надо? Вот эту хуйню надо для робота, да? Ну и что, тебе робот может стрелять? Ебать, она вообще не такая была, блядь. Прикинь, она теперь большая стала, типа... А когда я прибежал, она была такая, как, типа, в начале, когда ты строил. А тут уже, блядь, какая-то пиздец понастроена, блядь. Блядь, ты понастроил, блядь. Ну, это я еще, получается, ее развивать начал. А потом я перелетел на ту планету. И там ее построил. Не, у меня, по идее, две базы. Ой, я вышел к какой-то хуйне. Что это такое? Блять, скоты, под наркоты. Иди отсюда. Блять, робот, спаси меня. Петухи меня атакуют. Че петушара? Полетели, затопчу нахуй. Ладно, я полечу на базу тоже. А, реально, робота можно, а не. Хотел сказать, можно затоптать, не, нифига. Ты бы слетал на аномалию, подкопил, наверное, на них тоже. Там для робота нету этих типа технологий. Да, можно купить их. Ну, купил бы на него пушки какие-нибудь. Добывалку, блядь, тоже, короче. Прикинь, на роботе идешь такой. Это надо это самое. Может, не очень быстро, но зато надежно, короче. Покопать технологий. Так там за эти ж вроде как он. За нанит. Нет, там за эти, по-моему. Хотя, может, за наниты, блядь, по-моему. Не, ну за наниты у меня там были. Так, где-то добывалка недалеко. Где-то добывалка без этого. Без электричества. Деньги на ветер, так сказать. Надо сохраниться, кстати. На нахуй зверей его. Батя идет. Батя вам не мать. Батя может уебать. Хочешь где-нибудь на горе построить такую базу, чтобы все вокруг я обозревать. Так у меня такая база есть. В воздухе висит. Ну там именно на горе тут, чтобы охуенно. Пойду он туда вниз искать. Да там важнее по ресурсам, как у нас. Ну так-то да, так и тут никто не спорит. Нужно, чтобы вот было обязательно вот это электричество, вот это вот, энергия. Потому что сам понимаешь, солнце село и все, и те батареи могут не выдержать. Вот у меня она на этой базе не удерживает. Можно и на этих. Если уж прям сильно нехорошее место по ресурсам будет. У него там будет какое-нибудь живо золото. 100 из 100 там, я не знаю, блядь. Можно и пужаться по энергии, в принципе, сделать просто огромное поле этих. И ты понял. Это не так, что сильно прям уж критично, мне кажется. Поблизости нет скоплений. Не, ну мне хочется именно, чтобы такая. Ты чё прилетел-то? А, вот. Искать себе, бля, оружейник, короче.
Интересно, а робот под водой потонет? Как ты думаешь? Сейчас узнаем. Да. Прям прыгай, короче, в этот центр озера, блядь, с этими с джекпаками. А я прыгнул, кстати, но тут мелко. Утонуть не получилось. О, тут рыбы плавают, кстати. Ой, мне надо сфоткать животинок подводных, по-моему. И наземных, кстати, сфоткать надо. Хоть автобус какой-то прилетел, блядь. Мне подводных не надо, наземных надо сфоткать. Сфотка наземных. Вот стражи заебали. Тут только сломаешь камушек, все, летят. Чем камушек жалко? Душат нашего брата, суки. Костенько тут скопировал. Так, ну и что, по энергии есть поблизости? Да, это технологий вообще мало. То есть всего две строчки. На этом, на экзокостюме. Не разгуляешься. Технологии же можно вставлять в обычные слоты, в общие, да? Да. Я так и делаю. Ну и скелет, походу, для войны, то есть его надо это... Как его? Так, фифитите, да, чтобы это, пиздиться. Так его же, наверное, с собой нельзя взять. Да. Базу сначала построить. Не, а ты можешь построить, без разницы, даже без базы, по-моему, вот эти вот... как его? Со станции телепорта вот этих кораблей, костюмов. О, энергия где-то есть. 304. Это не оружейник, блять. Это какой-то вездеходчик, блять. Да. Оружейник, а потом этот идет вездеходчик. Воин ревет на меня, разбрызгивая слюну. Он непроизвольно дергаясь. Пожилой Квайкин закрывает глаза, его презрение практически осязаемое, пытаясь подумать, чем его опечатать. Поклониться, угрожать, обоссать, танцевать. Поклониться, примерно. Ах ты, сука, заслуживаю, блядь. Ты перед Вайкинами не кланяется, их надо угрожать, они уважают силу. Чувак, запомни. Ты обрекаешь меня на... Так, вот тут где-то... Обоссывать их, да? Да. Не, ну не всегда. Иногда он может обидеть. На силу, то тут не поймешь на самом деле. Но обычно, когда это самое... Если с ним на равных общаешься, то тогда он начинает тебя уважать, типа... Тыры-пыры. Так, я вроде нашел залежи энергии. О, вот тут где-то. Меня не покусают, тут петухи. О, сканирую. Анализ скопления, смотрим, что тут есть. Я соль продаю. О, нихуя себе энергии, 72%. Соль я куплю. Мне лично по полтосу. Годно, блядь. Так, и недалеко, в 300 метрах, минералы, кстати. Так, пойду за минералами. Слушай, я, по-моему, нашел место. Сейчас посмотрим, что там за минералы будут. На нахуй. И можно по центру между энергией и минералами поставить базу, чтобы добивало. А что за минерал? Так вот сейчас посмотрим. Хороший хоть жил. Я не знаю. 150 метров. Вот прям в поле цветов поставить базу. Да, а воин, он типа этот, из расы воинов, да, то как правило? Ну да. Надо систему искать, короче. Хотя, может, я просто побегаю, подожди, поразговариваю. Тогда же я не в этом нашел, короче. Да, кстати, если такая пьянка, то, блядь. Но у меня воин тоже сидел в кабинетике. Иди отсюда, животное тупое. Блять, как у меня, короче. Вздалят один в один. Так, ну и что жило у нас? Медь, чувак, медь! 39% жило. Это мало, наверное, да? Ну не скажи. Так, а что, мне есть этот самый поставить? Там два показателя там каких-то. Бля, у меня нету хромированного металла. Блять, чтобы поставить. Ну, конечно, виду Айкина слишком не похожи на меня, чтобы можно было делать. Нет, ты можешь, скорее всего, моя игра, делается, он не рисуется.
Где бы взять хромированный металл? А, ну-ка, маяк. А, во, нашел, чувак. Он, действительно, они не в этом сидят, они просто ходят. Нитрит натрия. А, может, нитрит натрия и маяк поставить. Я не знаю, ты поищи, может, 30%. Мало, там какие-то два показателя ж есть. Я помню, ну, смотрел, я плохо помню. Там было две... Может, побольше найти процент, типа, если... Да, побольше, поблизости тут не будет. Тогда либо энергии не будет, либо этого. А ты знаешь, как сделать? Ты отметь, ты сделай этот маяк сохраненки и поставь туда, короче. Ты никуда не проебешь это место. А если найдешь получше, тогда, блядь, и... Так я маяк мне нужно теперь этот поставить. А, нитрит натрия сделать. Сейчас целая история. Я ж не взял хромированного металла. Я шел вообще продавать. А почему тут хромированный? Разве на сохраненку нужен хромированный металл? А, не, на сохраненку там нужно еще что-то. Да, нитрит натрия там нужен. Она дешевле, дешевле. Я имею в виду на этот самый, я хотел взять. Как он, чтобы базу поставить. Не, я говорю, просто место типа пометить. Ну да, ну это тут тоже сейчас нужно делать теперь. Бля, куда он делает, слушай? Хотел посмотреть. Так, тут вот она. А, вот она. Глубинные залежи. Ща посмотрим. Бля, а что они это поезжают? А, я на ней стою. Блять, я не посмотреть-то. Я тут куда-то улетела. Так, ладно, тогда я где робот мой? Пойду к роботу. Так-то что-то не видно нихуя. Сжатый углерод. Чё, оружие разряжено? А, вы петухи. Мультитул, давайте зарядим. Так, углерод. Так, и теперь мне нужно этот поставить маяк. Чё он стоит? Нитрит натрия. Натрий есть. Надо же сделать нитрит натрия. Кислорода надо. Где кислород найти? Вижу кислород. Да, я так и знал, что он будет этой хуйней ставить. Я замечательная база, но знай, мы, вайкины, безжалостно уничтожаем все миры, где был замечен хоть намек на производство оружия. И это, блядь, морозок какой-то. Радуйся, что мы с тобой друзья. Радуйся. Насилию придет конец. Такова воля Дэн Дарк. Такова воля Хирка, когда же вайкины выполнят свое священное предназначение и смертоубийство исчезнет. Последняя в истории выстрела убьет нас самих. Нихуя тут морозы, блядь. Типа все, всех победить и застрелиться. Так, все, кислороду взял. Кислородец. Кислородец, уродец. Технологию за костюм отдал, короче. Он хочет доказать, что отличается от простых вояк. А я покупал, кстати, за костюм. Гаран, носи с гордостью. Наконец, прежде чем я примусь за работу, нам нужно кое-что обсудить. Это нам нужно вялого потрепать друг у дружки. Блять, опять ты бежишь. Иди отсюда, мерзкое животное. И ты тоже иди. Бля, надо переключаться на ствол. Ушел, ушел. Робот, спаси меня. Атакуй его. Ушлите. Ушлепки. Так, сейчас я нитрит натрия сделаю. Так, где натрий? О. И поставлю тут маяк. Так, а что могу скрафтить, кстати? Тут у меня куча всего. Эх, военную фабрику теперь надо еще какую-то, блять. Заебал ты, блять, пидорас. Наебался нахуй. Петух. Что там, соль, блядь.
Этот предмет портативный очиститель. Сидит в своей будке, командует мной, блядь. Построился, блядь, начальник очередного. Ну. Как ты посмел, скада. Да. Так, о, на маяк хватает, отлично. Все, ставлю маяк. А можно подписать, интересно, маяк? Не, нельзя. Ну ладно. Так, ну пускай тут стоит. Это стоит. Сейвик. Сейвик, не знаю, тоже можно поставить. А у меня нету. Все, ладно, возвращаюсь тогда я на базу. С роботом я нашел хотя бы энергию. Модуль температурной защиты еще делает. А зачем мне, в принципе, это? Я вызову корабль. Пускай полетает. Ну, блядь, это... А-класса, нахуй, модуль температурной защиты. Я покупаю сразу С-класса, а мозги не ебу. Потому что нафиг А-класс, когда есть С-класс. А как это С дает больше, чем Б? За логика такая. Моя не понимать. Взлетай. Взлетай. Еще скажу, что взлететь не может. Почему же реально не может? Не может. Ну что не взлетает? Что с кораблем не так, сука? Бракованный нахуй. Еле взлетел, что-то тупил. А Б же круче, чем С, да? Да. А почему мне С 10% баки дают, а Б 5%? Они разные, походу. Может, у него еще что-нибудь получше, типа больше слотов? Я хуй знает. И другие бонусы. Так, а я правильно лечу вообще? Где моя база? Ладно, похуй. А ты сейчас на базе, да, на своей? Да. А, вот она, моя база, не в ту сторону полетел. Думаю, вроде база должна близко быть, я ж на роботе недалеко ушел. Интересно, а насколько можно высоту вверх достроить? Она типа шаром, наверное, отображается территория. Можно типа вылететь в космос, до космоса достроиться? Ну, вряд ли, на самом деле. Так, а я вообще на базу лечу? Мне нужно на этот лететь, блять, уебался об базу. Мне надо лететь на станцию. Ну давай, вылетай ты уже. Все, полетели, давайте на станцию. Где, мать твою, станция? А, она за планетой. Об этом нарисовался петухов. Кстати, а петухи эти зашибись мне. Ну-ка. Я продам ресурсы тут лишние. Ну-ка, пацаны. Где ваш главный? Где ваш старшой? Вон он, вижу. Кстати, а тут можно у них и купить кораблик какой-нибудь. Добытчик, например. О, тут есть у них военный кораблик. Есть. Вот это ты кто такой? Какой-то маленький. Тоже военный, что ли? Как с ним попиздеть? Так, ну-ка, чувак. Чё за корабль? Смотрите, фрегат. А, боевая 18. О, зато 2 миллиона, кстати. 8 тонн жрет. Требует топлива 8 тонн. А, тут еще они по этому. Ну 18, слушай, чувак, это ж не серьезно. 25 минимум. Для боевого. А вот еще боевой какой-то. Или что это, грузовой? Давайте чекнем. Осмотрите фрегат. Во, 28. Добывальщик. 12 топлива жрет. Миллион стоит. Хо, покупаю, вообще изи. Я сейчас куплю все корабли, нахуй. Так, а ты кто такой стоишь, там спрятался в астероидах? Нет, ты мне не нужен, вот этот интересен мне. Ой-ой-ой, не врежься, не врежься, не врежься.
Давай. Ты кто такой? Осмотрите фрегат. Боевой 21. Блин, ну не знаю. Взять, не взять. С-класса. А сколько ты стоишь? Ладно, давай возьму. 21 это тоже неплохо. Ну не 18, 18 как-то вообще. Шляпа. Это шляпа, борода. Так, я взял еще один копателя и этого самого. Вон там исследователь еще, походу, стоит, вижу. Какой-то хитрожопый. Хитрожелтый исследователь. Если это исследователь вообще. Даже машина перестала проваливаться. Ну дела, блядь. А, это торговец 23. Слушай, прикольно, слушай. Возьму. У меня торговца вообще не было ни разу еще. По полфлота скупил. А что, не по миллиону, по два стоит у меня тут. Сотня. Все, пацаны, у вас еще есть. Еще можно купить у вас. Все. Ну тут я смотрел. Ну ладно. Пока хватит. Пойду продамся. У меня тут натрий лежит. Дай себе этот еще купить. Сколько у него, интересно? Почем продаст колымагу свою? Вот, тут как раз прилетел какой-то хер. Давай, быстрее, быстрее, пока не улетел. Ты сколько, сука, еще, ты говоришь, 5 там будет этих чуваков? Не, всего 5 их. Ну, которые на базе сидят. Да. 5 их будет, да? Угу. Еще 2х, значит, надо. Ну, ты, получается, оружейник у тебя... Не, получается, этот самый строитель, инженер научный, оружейник. А, оружейника ты нанял? Да. Блять, я сдох, прикинь. Охуеть. Как ты сдох? Сидел на корабле, он исчез. Охуенно. Так, ну я на своей базе. Отлично. Правда, часто. Надо скинуть ресурсы, по-любому. Они не мешаются. Элитная стража, да? Так, чё вот это вот? Потрохи. Пороки не скину тоже. Медь. Чё медь у меня неправильно лежит? Давайте в один стак её. А чё она? А, активированная медь. Такая медь. Вот это нахер не нужно. Сжатый углерод. Только место занимает. Так, что еще можно? Это оставим, это оставим. Так, ладно. Парылые мобы, блять. Ящик забил. Так, вот этот порошок. Нахуй. Прикинь, этого собаку он шатнул, короче, с под стола. Нормальный, блядь, мультитул, мне нравится. Да, самое, это, ну, что нужно было, это купить просто мультитул на кучу слотов. И все, и потом только его качать и апгрейдить по максималке. Ну-ка нафиг мне натрий. А, не дератоген оставлю. Так, что у меня там по цветам? У меня по цветам еще. А, я хотел вот это попробовать. Из азота что можно сделать интересно? Азот во что превращается? Легким движением руки азот превращается ни во что, не вставляется сюда. То есть его нельзя переделать. Почему? Странно. Значит, его тут тупо продавать. Продать азот. Ашота продать. Где азот? Сука. А, он на это, в самолете. Самолете. Я понял.
Так, давайте тогда в костюм. Костюм. Так. А, ну и это, кстати, тоже нужно. В костюм. Вот так вот. Сейчас надо разобраться тут с этими, с хранилищем. У меня тут столько всякого говна уже лежит. Так, вот понятно, это продать вообще тупо. Платину оставить это. Ржавчину продам. Так, вот, а сюда я положу цветы. Цветы, цветы. Готово. Так, это тоже продам. Тоже нафиг надо. Зератогенчик соберу. Пиратов ему убит, блять, стражей. Заебал уже. Убей хоть кого-нибудь. Да. Вот получилось что так. Невероятное улучшение. Инфракрасный ускоритель используйте, чтобы начать установку. Так, блять. Тут огурцы, мешочек с потрохами. Для пулемета, глянь, мне дали А-класса усиления. А у меня пулемет самого нету, блять. Надо сперва пулемет собрать, блять, а потом уже, наверное, ускоритель стоит. Так, это тоже продам, это тоже, короче, продам. Копченое мясо тоже продам. Блять, я пугни нафармил уже, блять. Два стака целых нахуй. Так, вот это я все. Чуть-чуть скину. Повоевал. Медь скину. Чистый феррит. Скину. Дератоген. Так. Ну, вроде как-то вот так вот. Остальное все продать. А, ну эти скину тоже. Все. Так. Ищите, говорит, и уничтожайте пиратов. Надеюсь, он не покажет, где они, блядь. Для меня надо будет летать, пока они не прилетят. Надо будет летать, пока не прилетят никто. А, я сразу риснулся. Да-да, если хуй. Он нас сразу рисает. Там на пиратов хорошо, блядь, сразу два квеста. Или три, если есть. На все уровни. Он сразу прилетает такой. Так, корабль полетел, все, загружаю и лечу. И лечу. Так, только я лечу не на базу, а лечу на станцию. Как она называлась, меня забыл. Велиус. Я, кстати, специально, где черная дыра, система, я там поставил этот самый, свою базу сделал, чтобы это отображалось. Правда, без телепорта, по-моему, но отображается. Плюс база у меня стоит, где эти самые, где стражи агрессивные. Там убиваешь этого одного стража, ну или воруешь. Три стража агрится, и сразу и собакен, и большой робот. То есть, если нужно, например, фармить или повоевать. Сразу полетел такой на нах. Пацаны, получайте. И вот база теперь, где черная дыра, что-то там. Ну, такие значимые, так скажем, элементы все были на виду. Обнаружена угроза. Так, давайте мне кораблик. Мой. А что там кто-то название запарили? Так, ну все, продаю все, что можно. Первому попавшемуся бомжу. Давай, иди ты быстрее, что ты еле идешь.
Как в трусы насрал. Так, продать предметы формы жизни. Так, азот. Минус. Блять, да тут... О, прикинь, он исчез. Сука, хорошо, хоть меня это не выкинуло. Кто исчез? Да я чуваку начал продавать предметы. И он взял и исчез, прикинь. Нет. Я думаю, все, пизда, сейчас опять меня выкинет. На корабле, который прилетел, да? Да-да-да. Кстати, странно, чуваки эти не прилетают на станцию, на наши. Они же тогда, помнишь, прилетали? На вот эти вот, когда ставишь посадочные станции, они прилетали ко мне. Может, надо еще что-то поставить, чтобы они прилетали. Минус 32%. Да хуй с ним. Тысяча 700. Найдите и допросите пирата. Еще, блять. Ну это вот как раз там такие квестики. Где его найду-то, блять? А как я буду чистить-то, блять? Он нахуй сидит в этой хуйне. В домике. Прячется. Ну, сытся кипятком. Что тебе можно купить, чувак? Платины купить. Да платина у меня есть. Кактусик. Блин, хотя у меня его дофига тоже. Так, ну все. Кстати, можно сюда. А, блядь, значит, стоп. Заебали нахуй, как шесть. Стоп, чувак, стоп. Бегаем. Так, продать, продать. Я сейчас корабля-то не продал. На три. Держи. О. Зашибись. Так, что можно в грузовой корабль сложить? А в грузовой корабль особо много не сложишь, потому что если эти полетят, они же повезут что-то. Прикольно, если я встану, у меня будет крутить. А, прикинь, я встал в этот самый, в пропеллер вот этот, на своем кораблике. Думал, может меня раздербанит, нифига. Так, текстурка нарисована. Слишком много пыли ждешь. Та-та-та. Каких проделок про проработок физики здесь не будет, блядь. Кстати, а что я на корабле могу улучшить? Технологии, что у меня тут есть? А, ну у меня, в принципе, все есть, что надо. Максимум, что можно построить тут еще. Движки ему крутые поставить, чтоб прыгать мог. Стволы. Кристалл от углерода, вот как его сделать? Слышь. Чтоб летал, короче. Эмерил. Кадмий, хромированный металл. Ну это все такое. Ладно. Портаюсь на базу. Может этот грузовик нужен, чтобы типа, знаешь, настоять везде этих копалок разовых, потом ходить, собирать на этом грузовике и ездить маршрут. Ха, кстати, да. Пособирал, привез. Сдал. Так, ну я думаю, надо уже закругляться на сегодня.